Я еду. Давай, мне помогает. Айда. Вообще, можно, знаешь, какой прикол сделать? Здесь глюк классный. Короче, надо поезд взять. И использовать этот включить-выключить, и можно летать по воздуху. А сейчас заберу тебя, вот я. Это ты? Да я на крыше падаю. Ох. Ха-ха, такая тушка прилетела. Это я был? Садись. Отлично. Ты говоришь, можно на поезде летать? Да, да. Ну это глюк такой есть. Он еще не убрали. Ну патч же не входил, он еще не убрали до сих пор. Сейчас нужно найти поезд, где он там ездит. Ну, сейчас мы выйдем на окраину, найдем быстро этот поезд. Короче, заходишь, вот, там, если заходишь в открытую платформу, садишься, да? Нажимаешь прижаться к платформе, потом включаешь и выключаешь пассивный режим, через 10 секунд ты взлетаешь. Шок. Ну все, ждем поезда, да? Ну давай, надо выйти из машин, да? Ну надо бы запрыгнуть на поезд. Поставь машину параллельно. Нет. Я сам не ставь. Я просто хотел с крыши. Блин. Классно тебя сбило, да? Да, шикарно. Как домино. Чуть-чуть опять не сбили, скотина. Короче, заходит поезд, мы запрыгиваем в пустой вагон, ну, даже такой низкий. Ну. Где можно прижиматься к стенке. Прижимаешься к стенке, ну, как будто прячешься с оружием, да? Ну, потом, я понял. Потом заходишь, включаешь, выключаешь пассивный режим, где ждешь 10 секунд и улетаешь. Ты вообще летишь без крыши? Да, только джойстик не трогай, и будешь вообще летать по-страшному просто. Блин, ну давай. Ну, а как все движутся? О, я тоже могу. Я могу потыкать. О, идет, все, все, готовься. Готовься? Ой, тут я лучше подальше туда машину поставили. Подожди, откуда идет? Сзади. О, боже, сейчас всех переета. Переета. Мы готовы. Джонни Ноксвейл, минус один. О май гад, только меня машину не сбей. Ай. Вот, пустой вагон. Ой, не смог. Вставай, есть, быстрее, дебил, вставай. Ух, боже. Я не успел, мне надо догнать поезд. Что-то лагает. Ты не успел? Нет, сейчас. Ладно, говори, как делать. Прижался. Прижаешься, включаешь, выключаешь пассивку, 10 минут, через 10 секунд полетишь. Она что-то отчет по карте и... Так, подожди, я включил пассивный режим, да? И выключил. Включил. И ничего не... Только джойстик не трогай, и полетишь. А, и выключить надо, да? Да, сразу выключаешь его. И... Назад-то нажать надо мне из меню? Не-не, вообще просто. Он должен полететь. Не-не, вот они вот делал правильно, ты неправильно сел. Сидеть надо бы, но там вот ты сидел, ты же не сидел вроде. Я прижался. А ты где? На поезде? Да. На каком? На другом? На этом же. Вот я лечу. Сейчас должен полететь. Подожди. Да что-то он у меня не полетел, Коля. Это вообще, мне кажется, обман. Сейчас посмотрю. Не-не-не, это точно работает. Вот смотри, я лечу. Смотри, я еду. Смотри, видишь, я еду. Догоняй меня, короче. Я по рельсам еду, бля, просто присиди. Подожди. Ты без поезда едешь? Да, я еду без поезда за поездом. Прикидываешь? Догоняй по рельсам, увидишь, я там еду как дебил. Класс. Ой, я прошел куда-то в горы. Ой. Но я пока еду вдоль дороги, так что догоняй. Все, полетел. Полетел наверх, все. Я лечу наверх. Я вообще куда-то уехал. Вообще жесть. Ой, я лечу, теперь уже лечу в текстурках. Оу. Бери правее, я где-то правее нахожусь. Смотри, лечу. Видишь? Да подожди, у нас тачка просто дикая. Это ты такой сейчас хоть меня? Да. Вот я лечу, смотри, видишь? О, я вижу! Пока, ребята, блядь! Подожди. Не могу, нельзя. Не реагирует ничего на то. Если пристрелится. Пока, ребятки! Улетел. Ковбой, улетающий ковбой. Ладно, будем ждать следующий поезд. Ты неправильно сел. Так, подожди, я попробую пойти куда-нибудь. Охренеть, Коля убежал. Ой, я падаю, убил сам. Слушай, у меня сейчас включен пассивный режим. Не, ну я изначально прижат должен был тут. А он встанет, когда нажмешь, к сожалению. Слушай, БелАЗ, блядь. Да, я вижу. Шок.
А, то есть, когда я включу пассивный режим, он встанет, да? Да, поэтому нужно на последних секундах нажать, на последней секунде прижаться. Нет, смотри, я нажимаю назад из этого менюшки. Нет, или тут же в этой менюшке я... Нет, менюшку нажимаешь, включаешь, выключаешь сразу, и закрываешь менюшку, она тебе не нужна больше. Идет, начнется отсчет там, пока ты включишься в обычный режим. И на последней секунде прижмись к передней части этого вагона. А где БелАЗ ранен. Ой. Я в поезде, все, давай, заходи. Так. Ко мне беги сюда, ко мне беги, на первый вагон. Ну давай посередине встретимся, если хочешь. Ну, давай по оранжевому. Желтым. Ну, все. Оранжевым. Так, и что делать? Включай, выключай последний режим. Включил, выключил сразу же. Включил. То есть я еще выключил. Не прижался, да? Все, ты вот выключил режим, подходишь к этой штуке, на последней секунде прижимаешь его. Именно на последней? Все, я посмотрел, потом пропадаешь под поезд, видишь, я поехал. Я сел под поезд. А менюшку-то отключаешь? Да, да, не нужна. Включил, выключил, все, и прижался. Включил, выключил, прижался, и все. Я лечу, ты как там? Да я включил пассивный режим. Включил, выключил сразу, и теперь... Ой, я куда-то провалился. Все правильно, не трогай джойстик только, не трогай джойстик. А я могу трогать стик, нет? Просмотр, нет, только просмотр стика, правый стик, может только левый не трогай, главное. А, просмотры могу. Да, левый, правый. Ой, слушай, я четкий парень, куда-то лечу. Вот я лечу, смотри, над тобой сейчас, наверное, вот. Охренеть. Что-то он у меня куда-то летит. А куда, ты вперед улетел или куда? Да я просто за поездом пока лечу. Ой, вот сейчас за поездом просто по-пацански. Подожди, я просто серебряный серфер. Если ты сделаешь, нажмешь левый стик, то он... Я сбил тележку бомжа только что в полет. Я в воздухе. Моя машина сбила. Это четкий гопник серебряного серфера у меня просто. Меня машина взяла, сбила, прикидываешь. Просто такой, жил. Блин, а если я в камень врежусь? А, нет, я вот наоборот. Не-не, там если машина только сбить, может тебя там или кто-то пристрелит. Меня вот кто-то пытается сбить. Моя машина только что взяла и убила просто. Летающий гопник. Новый фильм. Смотрите в кинотеатрах. Уи! Че, БелАЗ? У БелАЗа целая куча в этом карьере. Бери он, сколько хочешь. Охренеть. Давай, БелАЗ. Заезжайте ко мне на БелАЗ. Заезжай сверху, давай, чувак. Отвали от меня, сучка. Меня выкинули с БелАЗа. Давай, я заеду. Меня выкинули с БелАЗа. А ты горишь? Нет. Сейчас я пытаюсь обратно забрать БелАЗ. Давай. О, куда-то сейчас чувак, странно. Ну давай, вот я подъезжаю. А ты там разворачиваешься, что ли? Да. Ты ровно заезжай, давай. Подожди, взад, сдай чуть. Да вот все, это максимально, больше не может. Буксует. Давай сразу на два БелАЗа. Кто меня колеса? Подожди. Да я на твой один. Давай. Ну. О! Поехали! Что ты делаешь? Газуй на меня! Да он, подожди, сваливается. О, нет, давай. О, сейчас взлетим. О, кидает. Сейчас адские ворота сработают. Давай, адские ворота. Да надо на два БелАЗа, я так чувствую. Не опять выкидывается, что ли, или нет? Пытались. Порно БелАЗ. Вон там. Какое-то спаривание БелАЗа. Подожди, на два. О, дернулся хорошо. Эй, что-то сейчас мы сейчас... Зажимаем, давай, зажимаем тебя. Взлетай. Взлетим? Взлетай. Давай. О, ну было, почти взлетели. Почти взлетели на БелАЗа. Чувак, они по твоему БелАЗе катаются. Кидает его в штанах. Давай я на тебя сяду. Давай. О! Я еду! Давай, мне помогает! Черт. Ладно, поехали на БелАЗа куда-нибудь. Это плохая затея, короче. Не работает. А поехали встанем, короче. Пусть поедет. Встанем все в ряд. На кучу БелАЗов, короче. Скатаем все БелАЗы. Давай. Если хочешь поезд глюканул, Буслану сделать, точнее БелАЗ, чтобы глюканул. Подвинься, я тебе покажу. Вот так станешь, короче, вспомни. Тебя стукнул об эту штуку. О, едет. Давай. Все, едет. О, боже. Это жесть начнется сейчас. Тормоз жми.
Что-то тебя заглючило там капитально. Вообще просто. Ну, ты умер? Нет. Ты причем взорвал меня? Я единственный живой белас, оставшийся здесь. Ты единственный живой белас. Ты первый был? А, нет. А, я горю, я взорвался. Черт, я не заметил. Фух, я пробежал так, чтобы меня чуть не сбило. Я чудом пробежал, чудом. Блин, шок. Поезд троит темные белазы. Ну, в смысле, взорвал. Он заглючил. Поезд едет, по-моему. Да, поезд едет. Меня вообще сбило, я отбросил 100 раз, блин, назад. Смотри на меня, как я стою. Оу, щит. Оу, щит. Охренеть, я нашел лесенку, ура. Ну да, можно с этой лесенки прыгать. Прыгай ко мне на белаз, подожди. Эй, подъезжай еще. Оп, есть. Еще один товарищ пытается. Пытается залезть? Ну что, едет поезд? А, можно попробовать прыгнуть на сам поезд, на белазе находясь. Зачем? Ну, экстрим. А ты прыгай, когда он будет тарантить машину. Да, попробую. О, едет, готов прыгать? Давай. О, да. Стой! Все. Че ты едешь-то? Давайте, прыгаем. Не обосраться. Ты заранее прыгай. За метр, когда будет проезжать. Давай! О! Ты успел! Я не успел, но... О май гад. Оно стоило того. О, вы на поезде, что ли? Ах, красочники. Блин. А вон, можно залезть. Давай, выходим. Куда? Там можно залезть на этот, на самый верх завода. Давай наверх сам. Лезу тут, вообще трешат. Ой, щит, что происходит? Еще один выстрел. Я сдохну, но я должен. Паркур, нет, no. Ты что, упал? Паркур не получился. Адские ворота есть тут в PlayStation 4? Нет, к сожалению. О, тут дальше еще круче паркур, подожди. А вы что, подожди? Ну что, ты перепрыгнешь на эту сторону? Я на трубу стою, подожди. Залез на трубу? Как? Да. Мастер паркура, ты лезешь? О, вот да. Подожди, я переключусь. От первого лица стрёмно. Ой, беги. Я как-то криво бегу от первого лица, подожди, страшно бежать. Я почему-то неровно бегу. Дальше. Даже с препятствиями что-нибудь этот бег. Да, подожди, а на эту... Я просто пробежал, ну ладно. А на эту... Ой! Подожди, я что-то сейчас очкую дальше. Куда-то упал, сундучку. Оу, щит, страшно. Давай выйди на лампу, сможешь? Не засышься, выйди на лампу. Да нет, конечно, подожди. Давай. Вот там чувак танк пригоняет, честно, танки подъедет. Сказал. Ты пойдешь на лампу? Да, тихо, не толкайся. Давай. Страшно же, блин. Да, мне надо. Да, сучка. Это же так классно было. А ты прыгни на лампе. Блин, вперёд. Да я прыгнул. Я с нее спрыгнул и сдох тоже. Видишь шар? Откуда ты взял вообще? Да ты что, не знаешь, его можно стрелять. Это старая пасхалка. Короче, его можно долбить и... Там мой шар. Катать, блин. А вообще, что делает с барак? Барак, что ты делаешь? О, вот тут можно играть в футбол между двумя этими. Сейчас на вертолете кто-то футбол будет играть. Это менты, что ли? Нет, конечно. Это. Я веду прямой репортаж со срачи в комментариях. Кто-то пишет. Со срачи в комментариях? Да, ну просто... Вон, там еще один шар такой. О, танк приехал, смотри, поехали. Чувак, дай танк! Да он не даст тебе танк. Да даст, уже слышит, что мы говорим, танк нужен. Он неправильно, ты не умеешь подкидывать его. А, ой! Да он ты не нас, подкинешь, он долбит нас в задницу. Он неправильно подкидывает, он не... Ха, танк утащили, все. О, он, кстати, танк сейчас пустой. Давай садись, сколько так, там. Ну да, я попытаюсь. Сейчас покажу. Все, машину ровно поставь, ровненько в здание. Да меня поднимает дебил какой-то, пристрелите его на каргобобе. Сейчас я снесу. Долбоёб, блядь. Освободи нас, уродец! О!
Все, нормально. Стань, как ты стоял сейчас только что. Чувака снесло, блин. Тихо. Гей-радар включи. Ох! Ой, я лечу на танке! Я лечу на танк! Смотри, танк летит в воздухе, смотри. Ты что, приземлился, видел? Да ты нас взорвал, хера. Все правильно, ну эта машина вся взрывается. У меня сейчас липучек и целую кучу прикрепили на меня. Что жжешь? Смертельная карусель, смотри. Ты где? Я не даю им, ну, я в смысле, это, пушкой болтаю, а они бегут около танка. В смысле? Кто от пушки убежит, короче, называется. А, давай. Смертельная карусель, она сбивает. Подъедет в машине, тоже сбивает, прикольно. Да блин, давай ты вон круг будешь. Ой-ой-ой, беги, дебил. Карусель. Я успел. У меня голова уже кружится, блядь. Блин, ты чё такой хаотичный? Давай в какую-нибудь в одну сторону. Меня вытащили, все. Не получится. Сейчас вверх, когда приехал. Понял, куда? Между тентом, верхом тента и бортом. Я понял. И очень плавненько въезжай, а он летит, летит. Ой! Ну плавненько! Я лечу! Ну, да. Я тоже улетел, только на машине. А Крась. Можно подцепить каргобобом и... Да, можно. И стрелять? Да. Да? Конечно. Это круто, пошли, каргобоб нужен. Чувак, смотри на адском мотике. Ой, ты упал. Ох ты, смотри, адский мотик. Куда едешь? Видишь, где я? Да у меня пикает он. Давай сюда. У тебя пикает танк, сейчас взорвешься, значит. Давай, блядь, пикай. Нафига еб... Корящик, это херня, бля. Давай, подцепляй меня. Я пытаюсь, ну. Стой на месте. Сейчас я разворачиваюсь, все. Готов? Да, готов. На базу военную полетим или куда? О! Стреляй по ним всем. Подожди, шикардос. Это напомнил мне команду А, когда они танк. Танк, да. Команда А, вперед! Сбивай его, но! Давай! Блин! Сбивай! Что, черт возьми! Вот, сейчас! Перезаряжайся! Есть! Ооо, разбили! Ой, меня заключил танк! Ментов, гаси, ментов! Ааа, ты меня что-то вообще заключило, все, Коля. Все нормально, почему? Ну, имеется в виду, у меня какие-то безумные лаги. То вид от третьего лица. Вот, мента коси. Да у меня глюки ужасные, просто трэш какой-то творится. Да у меня все нормально. О, все, отключило. Ну вот, слева. Да, вон там, нет, слева. Подожди. Вот. Да он выше подними. Но, сбивай его нафиг. Yeah! Жесть. Это на танке сбивать в воздухе вертолета, это реально эпично. Ай, почти. B6 мимо. Подними выше. Ну давай, E2-E4, ходи. Да у меня опять танк глючит. Ну сбивай, ты в упор. Мимо. Как мимо? В упор сбивай. О! Вон еще один сзади. Да у меня какие-то... Ох, куда-то он тянет меня. Чувак сидит на карбобе с нами, видел тоже? Охеревает, наверное, там. Да вообще, что-то глючит танк этот. Но под тобой же. Да под тобой еще. Тут их, ты бы тут знал, их, что происходит. Тут их со всех сторон, тут их три. Есть. О, еще один. Впереди два. Впереди даже три вертолета, вперед. Нас уже тараем, по-моему. Есть. Ладно, все, пошел. Хочешь прикол? Я тебя не могу отпустить. Почему? У нас одного винта нету, ты видишь, мы с одним винтом летим. Да нормально летим. В реку. Ой, я падаю.